Как нам попасть, попасть совсем вниз? Прям вниз-вниз. Как говорится, как его зовут, а его не зовут. Он сам приходит. Тихо. Ну это я могу бегать, собирать, это все легко звучит. В этой игре должны быть где-то жуки. Возможно, для чего-то еще. Почему ты не работаешь? Да ладно. Сюда иди. Есть! Спасибо тебе, птица! Какой нахер мир? Я домой лечу всего. Я наработался. Собака не скулит, ты меня обманываешь, ты меня позоришь. Ага. Вот так вот оно все происходит. Всем привет, друзья, меня зовут Дмитрий Халм, сегодня с вами продолжаем и заканчиваем проходить игрушку под названием Journey to the Savage Planet. Мы прошли с вами главную сюжетную миссию, прошли с вами ключевые миссии, которые от нас требовались, а нас осталось совсем чуть-чуть, это долутать острова и прочее. Я когда заходил в эту игрушку, прям конкретно вот сюда, там было написано, то, что я прошел игру на 80%. Это, мне кажется, нужно исправлять, нужно набрать не на 80, а на все, желательно 100. Держи в курсе. Держи в курсе. Это что такое? Это что такое? О! Какой-то журнал есть. Ага, ага. Видимо, эти все журналы как-то нам надо будет, по идее, исследовать. Но мы этого делать не хотим. Здрасте. Я что, я не хочу проходить, алло. Я пока хочу еще побегать. Не заправляйся, пожалуйста. И не заводи наш этот киндер. Исследовать башню. Завершено. Хорошо. Очень-очень хорошо. Спасибо за совет. Я лучше улучшу пушечку себе. Дзинь-дзинь. Патроны, урон. Это как бы все хорошо, очень хорошо. Также давай возьмем вот эту вот хрень улучшим. И все, далее мы улучшить с вами не сможем, потому что как минимум нечего исследовать. Раз. И как минимум нужно прокачать себе следующего уровня исследователя. Мы этим пока заниматься не будем. Я сейчас улечу на какую-то ближайшую планету. И через нее как-то буду двигаться дальше, по всем остальным планетам. Ну? Ну, спасибо. На М. Журнал. Погнали, туда и обратно. Восстановить работу... Не, домой мы не пойдем. Дополнительных заданий нету. У нас есть глобальное. Используйте сканер, чтобы зафиксировать экосистему планеты. Хорошо. Я еще, то есть, не все отсканировал. Не все отсканировал на этой планете. Нифига себе. Ну, это я могу бегать, собирать, это все легко звучит. Ничего сложного нету, в этом нету. У нас, кстати, оставались, насколько я помню, тут. Как их правильно, грамотно называют? Блин, не скажу тебе. Короче, оставались штуки, типа врата. Типа врата с этими, с секретами. Которые мы с вами еще в начале игры находили. В самой первой серии мы их находили. И не знали, как пройти. А только в финальной серии уже, какой по счету. И под каким номером, я тебе тем более не скажу. Вот. Надо это все срочно дело завершить, потому что у нас вон сколько всего недоисследовано, скажем так. Недоделанного и недоотсканированного. Не понял. Ну да ладно. Допустим, забьем. Хорошо, я туда вернусь по-любому, потому что у нас там есть дела недоделанные. Нам туда по-любому надо. Эту хрень я сразу не сказаю. Потому что эти 3D-эффекты меня раздражают. Я чисто не хожу на эту планету из этих 3D-эффектов, понимаешь? Это же сколько надо меня выбесить, чтобы я забил на целую планету всего лишь из одного дерева, понимаешь? Эта штука очень серьезная, на самом деле. Поэтому шутить с ней не стоит, и подходить к ней тем более не стоит. Здорово, молодежь. Как смотрите на то, что я здесь побегаю немного и позанимаюсь своими делами. Например, съем хурму. Спасибо. Опа. 72 штуки уже. Как ты можешь заметить, левел у меня не поднимается, потому что я себе давно уже прокачал игру. Угу. Какой-то я сигнал сканировал. Ладно. Далее, куда идем? Далее мы пойдем вон туда. Ту штуку я тоже давно пытаюсь достать. Несколько серий пытался. Каждый раз, когда только прокачивал себе персонажа, у меня я сразу стремительно пытался собрать эту штуку. Но думаю, что благодаря тому, что я уже игрушку прошел и прокачал себе персонажа хотя бы на третьего исследователя, я смогу допрыгнуть. Не понял. Да нифига себе, я думал, надо 100% четвертого прокачивать, чтобы все подняться. Нифига себе, игра, ты аккуратнее, пожалуйста, с языком.
твои требования слишком завышены, я тебе так скажу. И то, что ты от меня требуешь, это, по-моему, перебор. Даже для такого смертного, как я. А куда ниже-то падать еще? Алло, куда ниже-то? Ниже только плинтус. Нифига себе, куда ниже-то падать? Я все, вот, максимальная низота, скажем так. Эй. Погоди. Я помню, как-то один раз выманивал ее. Смотри, смотри. Вот иди, вот иди, пупсик. Вот иди, пупсик. А что он застрял-то? Эй. Эй, хрень. Эй, хрень. Я тебя замочил. То есть, чтобы выманить из этой штуки монстра, надо достаточно убить другого монстра. Врубаешь? И как только ты из этой штуки убиваешь одного монстра, у тебя выходит другой монстр. Все же легко и просто, что ты не знаешь, что ли? Первый раз, что ли, в эту игру играешь. Тут не все так просто, как кажется. На первый взгляд. Тут надо думать, тут надо включать смекалку. И включать другие кнопки для того, чтобы пройти. Так, далее. Как нам попасть? Попасть совсем вниз. Прям вниз-вниз. То есть не этот низ, где я был до этого, а прям вниз-вниз. Надо, наверное, в лужу упасть. Нет. Лужа не работает. А как попасть вниз-вниз? Не понимаю пока. Надо подумать. Возможно, здесь как, есть где-то какой-то спуск, про который я не в курсе. Подожди, 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 не падай, не разбивайся. Нет, там спуска никакого нету, это хорошо. Потому что я рисковать и прыгать что-то вообще не горю желанием. Это очень опасно для моего здоровья. Я в этой игре уже умер столько раз, что, по-моему, хватит. Нам в этой игре уже противопоказано умирать. Любой врач тебе скажет, хватит умирать, Дима. Сколько можно, уже в этой игре столько раз умер, что ни один уважающий себя игрок столько раз не умирал, сколько ты. Вот крыса. Закрывается. Я думал, она ломается навсегда. Но нет. Придется нам телепортироваться каждый раз на прошлую планету. Ради того, чтобы восполнить себе запасы этой электроштуки. Спасибо. Так, тут мы не пройдем, да? Или пройдем? Нет, тут мы дальше не пройдем. Ну хорошо. Тогда оставляем те штуки на потом. Наверное, даже на никогда. Потому что я не понимаю, как туда попасть и что от меня требуется. Игра в этом плане не продумала такой исход, что человек банально не сможет туда попасть. Ну, типа, знаешь, он видит эти штуки, а как попасть туда, не понимает. Игра это не продумала. И это очень плохо с ее стороны. Она должна была каждый ход, каждую нычку и каждую... Да что это? Где я? Прикинь, застрял. О, выход. Вот, игра должна была... Продумать каждый ход и каждую мыслью. Она должна была посовещаться с игроками. Должна была какой-то провести бета-тест, я не знаю. Она как-то по-насрательски отнеслась к этому и забила. На меня, на тебя, на всех нас, на всех людей, которым игрушка понравилась. Так нельзя делать. Даже если ты сильно очень хочешь. Так нельзя делать. Никогда так не делай. Если ты разрабатываешь игры. Вот ты прямо сейчас сидишь, смотришь меня и разрабатываешь какую-то игру. Ты бы думай о том, смогут ли люди в этой игре куда-то сходить, чего-то достичь и прочего. Опа. 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 Хорош. Еще раз. Опа. Опа. Теперь... Надо пойти сюда. И уже оттуда, через тех самых слабых в этой игре монстров, что-то предпринимать. Ну-ка, пожалуйста, возьми хп. Здорово, мужики. Как дела? Как у вас дела? Все хорошо, да? Я тоже так думаю, что у вас все хорошо. И... Разговаривать мы с вами не собираемся, да? Все, пока-пока-пока. Там чуваки тоже с ума сходят. Прикинь. Я думал, только здесь у нас люди с ума сходят. А оказывается, нет. Все, 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 все. Там оставайся. Давай даже с тобой разговаривать не будем. Зачем нам с тобой разговаривать? Мы вроде бы в прошлый раз нашли немало общего между нами. Поговорили, вроде бы все хорошо, разобрались по душам. А он что-то вспоминает старые обиды какие-то.
пытается разобраться, пытается что-то мне доказать. Что-то какие-то крутящиеся моменты создает. Нафига? Нафига агриться, нафига создавать насилие в этой милой игре? Но это же игрушка, вообще ни разу не про насилие. Опа. Опа. Здорово, черти. Не ждали? А я пришел. Вы не ждали? А я пришел. А я все равно пришел. Как говорится, как его зовут? А его не зовут. Он сам приходит. Так, сплав находится там. Сплав находится внизу также. Это очень хорошо. Но что мне советует игра сделать? Убейте в рукопашную 10 существ. Не получив повреждения. Да как бы легко. Как бы легко это сделать. Потому что достаточно спуститься вниз. Ну или так сделать хотя бы. Банально. Эй, тихо-тихо. Монстр не агрись. Там монстр агрится, как? Я с ним в рукопашную сражаться не буду. Даже не проси меня. Вот просто не буду и все. Как бы ты меня не просил, какими бы мы друзьями с тобой хорошими не были, я это делать не буду. Вот тебе надо, ты бери и делай. Ты с такими пацанами сражайся в рукопашную, а я не дурак, нет. Не-не-не, я не дурак. Я лучше вон того замочу, застрявшего пацана. Я лучше вон того кореша его замочу. На! На! Ну все, уже минус 3 дал. Дело остается за малым. Тут ничего не оставил? Нет, тут все хорошо. Тут у нас в этом плане все хорошо. До свидания. До свидания. Тут еще внизу кто-то был. До свидания. Где тут друг? До свидания. Что у нас там? 77 штук еще осталось? Ой, 3 штуки осталось. Видишь кого? Там наверху должно быть, кажется. Потому что, когда я проходил квест, я запомнил каждого... каждого этого пухлоптица. Все их спавны запомнил, потому что... Блин, зараза, прошлый квест, конечно, прошлый следователь был трешовый. До свидания. До свидания. До свидания. Все, эксперимент выполнен, хорошо. Я даже пошел на перебор. А можно, если я перевыполню этот квест, мне зачитают следующий. Убить 4 существа, пока не поражены молнией. Ну... Давай попробуем. Я надеюсь, эта игра сделана немного адекватнее. И типа, о, не игра, а квест. Потому что, помнишь прошлый квест? Когда потребовали хрень, типа, разных существ надо было соединить. И разных существ надо было убить. Пока не поражены молнией. Вот это был бред. Это был бред чистой воды. Надеюсь, в этом плане игра подумала и переделала свою стратегию. Ну-ка, сюда идем. Сюда идем. Молодежь. Так, теперь соберемся кучнее, вот здесь вот. Бай-бай-бай-бай-бай-бай. Вкусненькая еда. Еда вкусненькая, стандартная. Ничего нового тут нету. Так. Теперь берем грозу. Есть! Есть, засчиталось. Надо было одинаково убивать, это очень хорошо. Спасибо, разработчик, за то, что догадался мне такую важную функцию поправить. Ты... Он, разработчик, видит мои записи. Разработчик только смотрит. Ага, у Хаунда есть проблемы с прохождением этих квестов. А давайте сделаем ему полегче. Он жалуется. Я думал, он на меня лечит, сейчас режется. Нифига себе, дура. Ладно, разработчик, тебе спасибо за это. Ты молодец. А убить одним кумулятивным выстрелом. 5. Если бы я знал, я бы, наверное, всех 5 сейчас здесь бы и убил одним выстрелом кумулятивным. Ну ладно. Не знал, так не знал. Сам сглупил, сам виноват. Убить существ одним кумулятивным выстрелом. Но я же эту пушку прокачивал, да? Посмотрим, как она работает. Там что-то она должна была отталкиваться или как-то так. Если я не ошибаюсь. Ну-ка. Хрень. Это все хрень. И она ни хера не отталкивается. Ладно, заряжайся. У нас дальше квест какой идет? Шлепфибия. Шлепфибия, это у нас кто? Нет, это не то. Шлепфибия, это у нас кто? Жертва. Ищем шлепфибию на букву Ш. Ага, то есть это хищник у нас. Шлепфибия. Да ладно, я ее не отсканировал, что ли, еще?
Мне надо тогда, получается, идти на компьютер. И за компьютером сидеть и смотреть, кто это такой Шлюпфидия. Шлюпфибия. Блин, ну и на... название, конечно, у вас. А другой какой там? Имперский Скораби. Ну, Скоробей это, наверное, какой-то жук, да? Я же прав? Скоробей, имперский. Тоже не нашел. Да как так-то? Имперский Скоробей. Жертва. Имперский Скоробей. Скоробей имперский. А, нифига себе! Арматус непробиваемый. Нифига себе задача. А как я его замочу? А, его еще не замочить, надо его просто ударить надо, да? Если его надо просто ударить, то тогда это делов на пару секунд. Мне нужно всего лишь сходить до киндера. И от киндера уже потом как-то телепортироваться туда. На последние уровни, где мы находили, собственно, этих жуков. Знаешь, у меня есть какая теория? А что, если Шлюпфибия? Это вот эта вот лягушка. Шлюпфибия, сердитая. А мне надо какую было убить? Ой, не убить, а отсканировать. Просто Шлюпфибию, хорошо. Давай попробуем как-то отсканировать ее, я не знаю. Ой, дела. Здоровая. Ну давай, прыгай. Сюда иди. Стреляй. Ну бей. Эх, где? Есть, есть, все. Все, 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 отвали. Все, отвали. Все, отвали, дура, я с тобой даже стараться не хочу больше. Все. Все, все, пока. Пока, 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 пока. Пока, 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 пока. Пока, 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 пока. Я с тобой даже сражаться больше не хочу. Все. Я вот увидел просто название. Яма Шлюпфибии. И меня сразу как-то, знаешь, такой думаю. А не та ли это Шлюпфибия, которая мне нужна была? Как видишь, она была та. Я, кстати, на этой локации еще не все телепорты обнаружил, как ты видишь. Еще одна красная хрень горит. И как до нее добраться? Ага. Ага. Интересно. Ага. 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 Вот так вот оно все происходит. На самом деле, ты, наверное, сидишь такой, не знаешь, да, как это все делается, а я тебе сейчас покажу. Это понял все? Я-то понял, как все это проходится. Это все оказывается супер легко. Я не знаю, почему ты сейчас сидишь и говоришь мне, что это все сложно. Это не сложно. Это все легче, чем кажется. Да блин! А как открыть? Слышь? А открыть-то как? Нифига себе. А вот если бы я... А вот какой бы нормальный смертный догадался бы до такой фишки, как это делаю я. Прыгать назад, пробивать и прыгать вперед обратно. Все, сделал? Молодец. Вали. Мы собрали еще немного этого топлива. Это означает, что мы теперь сможем улететь туда и еще в плюсе выйдем. Потому что топливо у нас есть. Топливо мы сможем продать на каком-нибудь банальном Авито. И поднять на этом немножечко денежек. Хорошо. Допустим. Это что за хрень? Вот как у вас тут все проходится. А ну-ка. И как я должен был до этого места догадаться? Это же, по-моему, нереально сложно. Ни один чувак, который проходил эту игру на 100%, ни разу не находил это место. Вот по-любому. Знаешь, типа, проходим журнал The Savage Planet на 100%. А сам банально завис вот на такой фигне. Но я уверен, это на 100% так и было. Потому что ни один чувак до такого не догадается. Даже с такими способностями, как у меня. Типа, сканировать все штуки. Сканировать все еще что-нибудь. Сканировать то, сканировать 5, 10, 3, 15 и все тому подобное. Поехали. Поехали, говорю. Опа. 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 И финальная. А, не, не финальная. А теперь финальная. Адский котел. Обнаружена область. Интересно. Мы тут еще ни разу не были, поэтому мы в гостях должны уважать традиции этого места.
А! Жопу жгет. Опа. Лаву мы обходим. Мы люди не глупые. Соображаем, немного что делаем. Здесь сок. Эти ветви из твердого кальция, похоже. Придется довольствоваться. Ну и слово, конечно. Идите нахрен, такие слова даже произносить в кухне буду. Меня YouTube забанит за то, что я матерюсь. Ёлки-палки. Нифига себе. А это по-любому надо проходить, да? Тут по-любому какой-то босс будет, я уверен. На 100%. Пока мы до боссов доходить не будем, мы побегаем снаружи немного и активируем лучше телепорт. Потому что телепорт штука полезная. Телепорт штука нужная. Собака не скулит, ты меня обманываешь, ты меня позоришь. Всем доказываешь, что я псих, которому насрать на своего героя. Это ж не так. Я же люблю свою собачку. Я что, зря собаку себе убирал? Если бы я не любил своего героя, я бы там выбрал какого-то стандартного самого персонажа, который никому не нужен и никому не интересен. А я же так не сделал. Я себе целенаправленно выбрал собаку. Потому что я понимал, кем буду играть. И что я люблю своего персонажа. Поэтому все нормально. Все проходит спокойно. Опа. Опа. Хорош. Там еще наверху. Наверху, кажется, ничего нету. Это обидно. Там еще что-то внизу. Но как туда добраться, я не понимаю. Пойдем туда. Опа. Обратно, обратно, обратно. Обратно, обратно, обратно. Нафига кислота нужна? Кислота, возможно, как-то нейтрализует эти лавовые штуки. Да, попробуем. Нет, не проканало. Нафига здесь нужна эта кислота, я не понимаю. Возможно, так просто. Для красоты. Возможно, для чего-то еще. Почему ты не работаешь? Да ладно. Сюда иди. Сюда иди, говорю. Сюда иди, говорю. Сюда иди, говорю. Она сдохла от кислоты. Врубаешь, да? Сюда иди. Тебя не сканировал. Найс. Боевая копьена. Тихо. Умирай. Я сейчас отравил, умирай. Эй, тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо. Хватит бегать. Успокойся. Малой, успокойся, тебя сильно придурковато ведешь. Ну-ка, шлепни. Опа. И добиваем последний штуку. Хорошо. Хорошо, осталось у нас отсканировать одного существа. Одного мирного существа, внимание. Отсканируем одного мирного существа. И все. Можно считать, что игра пройдена. Да угомонись ты, нет. Что делаешь-то? Ты нафига так носишься? Давай-давай-давай, умирай. Я человек терпимый. Могу подождать. Найс. Сюда иди. Сюда иди. Есть. И детство я замочил. Эта тварь все еще жива, наверное, да? Где она? Я не вижу. Походу травилась. Ну, допустим. Поднимайся. Да, я всех убил. Отлично. Я теперь смогу прокачать еще что-то. Ну, это еще что-то надо ведь найти. Надо же постараться это все найти и сбегать. А я человек такой. Я люблю побегать, поискать. Нам надо наверх. А, ну это, наверное, дорогу указывает на киндер, да? А киндер меня пока не интересует, потому что киндер — это ложь. Киндер — это обман. Киндер нас не ждет. И поэтому торопиться, собственно, туда нам не стоит. Да что ты делаешь? Ты дурная собака, нет? Берет меня, позорит. Давай! Есть! Есть, 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 есть. Еще. На лаву не падаем, внимание. На лаву не падаем. А, ну ладно, на лаву не падай, зато упади за мной вверх вниз. Я же так долго поднимался специально для этого. Мне же на самом деле по приколу подниматься для того, чтобы спуститься. Это так весело. Так, время убивает быстро. Ну и где жуки? Эту Фредди электрическую я вижу. Где жуки-то?
Жуки-то где? Опа. А. Телепорт меня не интересует. Вот эту хрень меня, возможно, интересует. А ну-ка. А ну-ка. Ага. Подальше дойдем. Вот. Работаем. Забираем последнюю хрень. А нафига так делать? А если бы она не открылась? А если бы я был не прокачан? То считай, все, конец игры. Перезагружайся и проходи игру полностью с нуля. А я на такую концовку не рассчитывал. Где были жуки? В этой игре должны быть где-то жуки, которых я, по идее, должен отсканировать, чтобы до конца пройти игру. Не скажу точно, как они называются, но то, что это жуки, которые бьют за электричеством, это информация на 200%. А, во! Этот шарик я еще не разбивал. У меня, кстати, еще есть один остров на примете, который надо точно так же разбить. Херакс. Опа. Бензин забирай, пожалуйста. Нам с этой планеты надо уже сваливать. Я в этой серии постараюсь улететь отсюда 100%. Может, я игру приду не на 100%, но улечу отсюда 100%. Здорово, малой. А почему мы тебя не сканируем вообще никак? Почему игра тебя просто игнорирует? Как будто ты говно какое-то и никого не интересуешь. Меня ты очень интересуешь. Опа. Пока. Ха, а кубику просто насрать. Он упал и все. И играйте с ним дальше. Опа, жопи шлепнул. Нормально. Это самая-самая нелюбимая хрень, если вдруг не знал. Опа. Опа. Где скоробей? Где жук скоробей? Эту хрень я не трогаю. Да где жук скоробей-то, лол? Он же вроде такой маленький. Его трудно не найти. Ой, наоборот, он такой большой, его трудно не найти. Ладно бы вот такую птичку искать. Птичек искать это уже проблематично. А когда какого-то жука слабенького надо найти, который огромный, который бьет электричеством, это, по-моему, уже проблема. А, вот он, все, хорош. Пускай электричество. Пускай электричество, давай. Ну. Ну. Я подойду. А! Моя очередь. Бей! Хорош! Все, квест пройден. Какой у нас там дальше квест идет? Убейте 5 существ одним кумулятивным выстрелом. Ага. Но я помню, где это я хотел сделать. Я просто хочу вернуться для этого на самое начало. Куда-нибудь вот сюда желательно. И одним кумулятивным выстрелом мы тут должны убить 100% кого-то. Я что, зря себя прокачивал, что ли? У меня вроде чувак сильный. Пушка у меня прокачанная, пистолет последнего уровня. Здрасте. Что я здесь делаю? А! Ну вот они, 5 птиц. Допустим. Собираем. Собирайся, народ. Собирайся, собирайся, собирайся. 3. А нафига все в воду падаете, дурачки? Вы прикалываетесь, что ли, или как? Собираемся, собираемся, собирайся. Давай, 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 давай. Куда? Вон, вон еда лежит. Давай, 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 иду забирай. Опа. Есть! Спасибо тебе, птица. Вот если бы я сейчас не встрелил в эту огненную птицу, я бы ничего не выполнил, по-любому. А что она на английском говорит? Она дура, что ли? Focus and detonation. Фокусировка и что-то какая-то детонация. Я не знаю, как это переводится, честно. Может, фокусировка и со этого. Короче, длиннее и как угодно. Куда нам надо дальше идти? Ну все. Осталось идти на дротик. Да исследовать планету я не хочу, потому что мне нужно что? Так, подожди, я же заправил корабль. Здесь что? Я тут ни разу не был, прикинь. Сколько играю в эту игру, тут ни разу не был. Это, оказывается, все это время можно было попасть наверх. И как-то с помощью прыжков добраться на киндер. Ой, не на киндер, а на корабль, на котором мы прилетели. Врубаешь? То есть игра скрывала от меня такие вот места интересные. А почему эту птицу?
пропустил, проигнорировал. Ну-ка, подожди. А ну тут совсем одна. Алло, птица. А ты что тут бегаешь одна? Эй! Эй! Ням-ням-ням-ням-ням! Ты же та самая птица, которая в начале игры была. Вон там, вот внизу. Может тебя поставить на превьюху? Ну, типа, знаешь, с чего начал, тем и заканчивал, как говорится. Как говорится. А что, звучит хайпово. Звучит интересно. Мне один разработчик... О, не разработчик, это... Тот, кто снимает видосы, такого по-любому не делал. Я уверен в этом больше на 200%. Ну-ка, заходи. Заходи. Сейчас мы отдаем все наши исследования, которые мы получили. Прокачиваем себя. Спасибо, спасибо, спасибо. Спасибо большое, спасибо большое, спасибо большое. Я знаю, что я молодец, я знаю, что я все сделал. Топчи направо и налево. Хорошо. А это что такое? Больше молний и больше глушений. Но мне это ничего не интересно. Мне это все не интересно. Вот. И поэтому я тогда, поскольку время подходит уже к концу, я тогда нажму на кнопку старта, и мы отсюда улетаем. Да? Погнали. Опачки! Садись. Нажимай. Нога застряла. Вот собака у меня, конечно. Лапы свою суетку понимаю. Полетели. О, меня ждут, нифига себе. Спасибо, ребята. Поздравляю, тебе удалось исследовать планету и выжить. Мы в Киндере безгранично тебе благодарны. Твоя планета добавлена в базу данных и скоро станет полноправным кандидатом на колонизацию. Мы уже исследовали множество возможных вариантов. Но всегда что-то было не так. Без преувеличений. Твое свершение — настоящее чудо. Это не просто дом для жизни. Тебе удалось обнаружить саму жизнь. Технологию, что превосходит мои самые смелые ожидания. Найденное тобой семя содержит генетическую информацию целой планетарной экосистемы, а также механизмы для создания законченных работающих биосфер. А что случилось-то? Киндер обязан изменить направление. Зачем нам искать новый дом для человечества среди чужих планет, когда мы можем просто сделать свою? Это твое следующее задание. Исследовать, создать мир. Не понял. А что закидалово-то? Какой нахер мир? Я домой лечу, всего. Я наработался. Куда он пошел? Он дурак, что ли? Поздравляю! Задание по исследованию планеты выполнено. Семя планет у тебя. Тебе достоверно не... достоверно неизвестно, что намеревается делать Киндер. Но засыпая в своей капсуле гиперсна, ты фантазируешь об идеальном процветающем мире, в котором каждый человек имеет любые райские блага. Или блага, какие пожелает. И все это благодаря твоему открытию. Что могло пойти не так? Даже не знаю. Возможно, маленькая IQ человека, которым я правил. Возможно, из-за этого что-то пошло не так. Вот такая вот игрушка. Мы вышли на 100%. Достаточно приличное количество выпусков у нас по ней вышло. Мы исследовали максимально все. Максимально глупо, максимально подробно, как все, что вы любите. Поэтому спасибо за просмотр серии. И всего... всей этой игры. Поставь лайк, подпишись на канал, подпишись на все ссылки, которые есть в описании под видео, которые есть в шапке главного канала. Все, тебе хорошего. Пока.